Сара! Сара, стой! Стой! Я понял. Ты была права, я испугался. Но больше не боюсь. Слушай, Сара, как только я увидел тебя... Нет, стой, хватит. Найлз, не хочу слушать твои речи. Ясно? Одно предложение. Ладно. Ладно. Хоть я и показывал другое, но понял, что я полностью зависим. И это нормально, так как жизнь должна быть поделена с кем-то. Я хочу, чтобы ты выжила. Ясно. Одно предложение. Ты выжила, запятая. Но это что-то большее. Двоеточие. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо. И помни, что ночь, где видели динозавров. Ты сама сказала, чтобы узнать человека, надо увидеть в нем и плохое, и хорошее. А я видел всю тебя, и мне понравилось, Сара. Знак амперсанда. Ты самая лучшая, кого я встречал. Я знаю, это странно, что полюбил человека, который также застрял со мной во временной петле. Но знаешь, что еще хуже? Застрять тут навсегда. Точка, точка, точка. Эллипсис. Точно, спасибо. Не петля, а эллипсис. Эллипс, слушай. Надеюсь, что этот взрыв сработает, но... Это правда не так важно, пока я с тобой. Если это убьет нас, тогда... Я буду рад умереть с тобой, чем жить здесь без тебя. Выразительная точка. Это грамматический кошмар. Да, надеюсь, это не отвлекло тебя от смысла. Выразительная точка – это восклицательный знак. Я скрывал отчаяние. А если нас будет тошнить друг от друга? Нас и так уже тошнит. И это круто. Без тебя я спокойно выживу, чтобы ты знал. Но есть шанс, что эта жизнь будет менее обыденной с тобой. Да, менее обыденной. Согласен, это прекрасное начало. Хорошо. Хорошо. Пошли. Взорвемся и умрем. Ладно. Так, та история с козой реальна, или ты ее придумала? Поздно, ты уже здесь. Дерьмо. Куда пойдем на первое свидание, если сработает? В дом твоей мамы. Ладно, это была ошибка. Твоя мама ошибка? Понял. На случай, если не увидимся, я тоже тебя люблю.